Торфокомпосты – ценный вид удобрения. На Лужской машинно-мелиоративной станции разработана технология обогащения торфокомпостов аммиачной водой, содержащей азот. Этот способ можно применять в различное время года. Такое приспособление к экскаватору легко изготовить в любой механической мастерской. Обогащенные фосфорно-калийными удобрениями и аммиачной водой, торфокомпост вывозится на поля колхозов и совхозов. Все это поможет повысить урожайность культур, навсегда покончить с травопольной системой, тормозившей развитие сельского хозяйства.